Позор! Значит, не пишет сейчас баба. Кермеком он зовет пидорасу уже ебаты в жопеку орчина комбено. Да я не знаю этот язык, зачем мне свои пиджены, да, как бы на меня натравляются. Я просто в непонимании, оскоп. Я вообще по девичьей фамилии Шаталова, и через 7 лет я буду президентом. Я специально не стригу волосы, чтобы не повторить судьбу своей матери. Короче, ребят, я балерина кардебалетная. Вы мне скажете, к чему все это? Это как бы караоке петь, губы целовать мужчин за шубы, и не только в губы целовать. Я вам так, завистники, скажу, мне зимой надо одеваться. Что я эту шубу, блядь, рожу? Максимально явное проявление прикольных моментов в голове. Спасибо за внимание, пока! На самом деле, ребят, как вы поняли, надеюсь, это момент разных очень смешных интервью. Там Шакурова или Шаталова, это баба, которая хотела быть президентом. Потом, не знаю, там про Волочкова, где Зазна, или что-то рассказывает. Ну, короче, вот мой мозг генерирует нереальные какие-то такие вот идеи и совмещает все это в одно, понимаете? И по итогу, понимаете, вдох-выдох, мы играем в любимых. Это дар свыше мне вот такой вот так классно разговаривать. Ладно, ребят, все, я на спорте, люблю, обнимаю. И всем хорошего дня. И помните, мы сами делаем свою жизнь красивее, красочнее и лучше. Для него задернуты шторы, как и ну, без комментариев, но тебя не хватает, только душа моя знает, а время с нами играет, песня пора. Синья, красивенькие, я их обожаю, мне нравится, как они ходят, мой любимый цвет голубей беленький, я их обожаю.